Депутаты и кандидаты в депутаты от Народной партии посетили Изнаурский район. 23 мая состоялась встреча с жителями села Корнис. Председатель партии Александр Плев разъяснил предвыборную программу партии. Депутат омар јас зона шеме, јас преразпределение бюджета се раза шеме мистер фафилдеркен. Не, јас уште возможност на мистер фафилдеркен, на сена фафилдеркен. Жители села Корнис испытывают много проблем. Самой острой не только в селе, но и во всем районе является нехватка воды. Люди стоят в очередях за водой и таскают ее в ведрах. Конечно, парадоксальная проблема. Также очень много вопросов по поводу ребят, которые участвовали в событиях августа 2008-го. Ведь многие из них остались инвалидами или хронически больными людьми. Потом список та соросту и кого участник та чим. На форосла поючиву де ставу до най два подмих свободи. Печо форосла поючиву ауди. Махо сен салам тогда ничего. По сравнению с селами Аршнет и Бекмар, село Корнис побольше. Да и более населеннее. Однако наблюдается большой отток населения во всех районах республики. Народная партия сегодня предлагает ряд законов, которые будут способствовать поднятию жизненных условий на селе. Пресс-служба Народной партии сопровождает каждую встречу, поэтому эти информационные материалы являются не только предвыборной агитацией, но и способствуют реальному выявлению проблем в республике, о которых, кстати, государственные средства массовой информации почему-то умалчивают. Поэтому пресс-служба Народной партии будет освещать все умалчиваемые проблемы на всех уровнях масс-медиа.